Добрый всем день, уважаемые коллеги. Почему я, меня зовут Гонский Алексей Георгиевич, и почему я здесь выступаю? Наверное, потому я не являюсь сельхозпроизводителем, но много лет занимаюсь переработкой и производством тех продуктов, которые до сих пор назывались, относились к классу здорового питания. И буквально два года назад я познакомился с органикой, с этим движением, с этой отраслью, просто в него влюбился. И сегодня, когда я шел уже на конференцию, встретил своего товарища, который мне сказал такой полуанекдот: как ты думаешь, какой сегодня товар самый востребованный? Слышно? Да? Нет? Какой товар самый востребованный? Я говорю, не знаю. Он говорит: позитивные прогнозы, позитивные тенденции. Так вот, нам с вами повезло, потому что есть такая позитивная тенденция, это глобальное развитие органического рынка. Оно глобальное в мировом масштабе, оно это мощнейшая тенденция в Европе, и мы и у Украины уникальный шанс использовать эту тенденцию. У меня большое выступление, меня уже попросили говорить меньше, поэтому я попрошу, если у кого-то будут вопросы по ходу, пожалуйста, поднимайте сразу руки, я постараюсь на них отвечать по ходу выступления и быстро пройти всю лекцию. Да. Итак, почему? Почему уникальный? Так, опять это не работает. О, получается. Конечно, у Украины, все мы знаем, прекрасные природные ресурсы. Это земля или, как это называется, природный капитал. Не буду на этом останавливаться. Следующее. В данный момент активное развитие мирового рынка. К чему оно приводит? Органика, по сути, является... Как бы я вот всем говорю, кому хочу объяснить, представь, что это не сельское хозяйство, или точнее, что это другое сельское хозяйство, что это совершенно другая отрасль, которая предполагает другую землю, другие продукты, другую переработку, другой маркетинг, другие продажи, другое потребление. Если отнестись к этому как к совершенно другому, очень многое становится сразу понятным. Так вот, сегодня вот эта другая отрасль активно развивается. И в европейском масштабе, где более развит этот рынок, я о мировом не говорю, огромная востребованность различных сырьевых ингредиентов. Понятно. Развитие этих продуктов, этих ингредиентов создает много новых задач, решив которые, можно сделать бизнес. Все. У нас есть для этого возможности и есть задачи. Дело за нами. Говорим дальше. Что у нас происходит? Следующий пункт. Конечно, все мы знаем, что несмотря на замечательные яркие примеры огромных агрохолдингов в интенсивном хозяйстве и единичные примеры отдельных органических хозяйств, огромное количество земли и хозяйств находится в стагнации. Это колоссальный потенциал для того, чтобы развить органику. Почему органику? Да потому что дешевле. Дешевле начать строить по-новому, внедрять новые технологии, чем переделывать старые, чем оздоравливать землю, которая не была востребована. Сразу хочется сказать, пожалуйста, те, кто здесь присутствует, я понимаю, либо интересуются, либо уже в органике, обратите внимание на свои заброшенные участки, обратите внимание на свои неугодья. Это самые потенциальные и интересные места. Неудивительно, что
первые органические сертификаты были получены в Украине, в Карпатах по дикоросам. То есть там, где вообще нога человека, грубо говоря, не ступала. Следующее. Весь форум наш сегодняшний, вся выставка, она под большим лозунгом семейных фирм, семейных маленьких хозяйств, малого бизнеса. Именно у малого бизнеса колоссальный шанс в органических технологиях. Почему? Потому что, дальше мы, я чуть-чуть скажу, об этом говорили и предыдущие выступающие, сам подход к органике предполагает высокую индивидуализацию. Присутствует в этой продукции, в той замечательной клубнике, о которой рассказывали передо мной, присутствует важный человеческий фактор. Нету органики без человека. Следующее. Из-за того, что сегодня высокий спрос, плюс в Европе, в мире, протекционистская политика по органическим продуктам, все вы, наверное, знаете о коэффициенте 30%, о том, что законодательно органическая продукция может стоить на 30% дороже обычных цен. В том мире у нас, мы говорим сейчас о цивилизованных отношениях, как об устойчивых рыночных. Эта дополнительная, добавочная стоимость дает степени свободы для этого бизнеса, что вы можете попробовать, я говорю сейчас не о сельхозпродукции, где идет, допустим, монокультура, а я говорю уже чуть-чуть дальше, о переработке, о продуктах питания, где использованы ряд ингредиентов. Вы получаете возможности использовать нетрадиционные ингредиенты. Вы получаете возможность расширять ассортимент. И, ну, например, мои выводы и наблюдения, что продовольственный рынок европейский активнейшим образом развивается именно в органическом секторе. Следующий пункт, вы его тоже читаете, это то, о чем я говорил, о том, что огромный спрос европейских компаний на нетрадиционное органическое сырье. Если уже говорить, например, о конкретике, то сейчас такой мощнейший тренд, который идет из Польши, об этом, ну, все мы знаем, что к нам все, как бы цивилизация к нам приходит через Польшу. Так вот, поляки активнейшим образом стимулируют выращивание лекарственных трав. Нетрадиционные, не продукты питания, но органических. Мощные, конкретные запросы. Следующее. Само по себе производство органики может быть невероятно эффективным. Те, кто знакомы с биодинамическими подходами, с подходами пермакультуры, те знают, что именно органическое хозяйство может дать за счет синергетических биологических эффектов, может дать очень большие урожаи. Хотя эти урожаи в органическом подходе всегда ассортиментные, всегда многокультурные. Понятно. Занимаясь этим, в малых, еще раз, в малом бизнесе автоматически у нас в Украине рождается класс того самого мелкого собственника и среднего класса. О чем я говорю? О том, что у органического подхода есть ярко выраженный социальный эффект. Не говоря о том, последний пункт, о том, что мы, переходя на потребление органических продуктов, улучшаем наш с вами общий уровень жизни, нашу с вами общую продолжительность жизни как главный критерий.
Это с моей точки зрения те преимущества уникальные, которые есть у Украины для того, чтобы сделать большой бизнес в этом рынке, в этом тренде. Когда я был еще студентом, а это было в советское время, меня очень сильно мучил вопрос, ну почему у нас в магазинах условно пусто, а за границей, куда удавалось съездить, ну, все ломилось. В чем же дело? И мой дедушка был экономист, у него были толстые книжки «Капитала» Карла Маркса. И я читал первый том, до второго не дошел. Пытался понять, в чем же разница, разница экономик. И вы знаете, уже когда началась перестройка, и ко мне попали американские какие-то книги, учебники, я увидел для себя следующий момент, что для того, чтобы производилось, ну или получался бизнес, получался результат, нужны факторы бизнеса. И в централизованной экономике это земля, понятно, капитал, труд, финансы. Мало того, эта энергия, вот сейчас скажу очень главное, она не может быть коллективной, она индивидуализирована, потому что это энергия у одного конкретного человека, который ее имеет, у которого есть этот талант. О предприимчивости, о предпринимательстве можно говорить очень много, но именно органика, именно эта сфера нуждается в этой энергетике очень сильно. Те, кто работает и знает, они уже знают, что земля чувствует человека, что растения чувствуют человека, что эта энергия нематериальный фактор, и она совершенно необходима, чтобы получался этот результат. У предприимчивости очень много определений. То, которое я выбрал для этого выступления, о том, что предприимчивость – особый вид личностной, творческой энергии, позволяющий преобразовывать окружающую среду согласно своему видению и в соответствии со своими ценностями. Друзья, коллеги, товарищи, у нас с вами есть шанс создавать реальность и действительность в соответствии с нашими ценностями. И, опять, пою дифирамбы умным немцам, швейцарцам, которые много лет назад для этого же начали создавать органический рынок, создавать через правила, через процедуры, путем ассоциаций, вырабатывая систему существования общества для этого, чтобы это можно было производить. Передо мной выступала Галина Сергеевна и упомянула ценностный принцип, который, это международная организация фермеров. Это важнейшие ценностные принципы, которые лежат в основе органического мировоззрения, не только сельского хозяйства. Именно на этих принципах строится сельское хозяйство, строится переработка. Сегодня новые тенденции в, если хотите, органическом, да, или зеленой экономике. Оказывается, что эти подходы, эти ценности меняют систему, структуру ведения бизнеса и меняют маркетинг. С другими идеями, с другими ценностями принимаются другие решения.
Я чуть-чуть дальше буду еще быстрее. Хочу сказать еще один важнейший момент. Мы сейчас говорили о том, что в Украине еще мало производится органических продуктов. Парадокс в том, что это означает неразвитый рынок, потому что у нас и нет спроса на эти продукты. И спрос, и предложение должны расти одновременно. Мало того, если мы хотим, чтобы органические продукты, органические подходы, органический образ жизни выжил, мы должны победить конкуренцию с интенсивным сельским хозяйством. И на первый взгляд эта идея, эта тезис кажется совершенно абсурдным. Но это происходит в мире. В Германии 30% продовольственного рынка уже стало органическим. Люди сознательно платят гораздо больше за то, что они понимают и знают, как это сделано. Хочу еще сказать, может быть, какие-то мои слова кто-то из присутствующих услышит, и у кого-то они что-то включат. Органический рынок – это не что, а это как. Это когда главным становится как. Я разговаривал с одним немцем, он мне говорит: сделайте правильно, я вас куплю по любой цене. Сделайте правильно. Конечно, это полушутка, конечно, это, ну как сказать, jokes, да? Но в этом тенденция, в этом подход, в этом понимание этого процесса. Ценности не буду. Я уже дальше быстро, да? Уже время. Время давит. Смотрите, самый главный момент. Где происходит конкуренция? Очень часто спрашиваю и студентов, и тех, которых консультирую. Такой классический вопрос аудитории. Где происходит конкуренция на рынке? Ну, 90% ответов все отвечают: на полках супермаркетов. Неправильно. В головах. Рынок в головах. То есть конкуренция – это борьба за сознание. Конкуренция – это… или не так, не конкуренция, а продвижение – это попасть в голову, в сознание потребителя. И вот каким образом промоутировать, продвигать, заниматься, работать с органической продукцией на этом рынке. Потому что вот перед нами сейчас выступал чистый продукт, да? Замечательная компания, давно существует, ну, памятники при жизни, да? Но все скромно молчат, что они создают замечательную продукцию, а потом не могут ее продать. Сложно продавать. Значит, это начинаются вопросы маркетинга. Вопросы торговли, вопросы информирования людей. А когда такой спад? Попробуйте объяснить. Он сегодня, Антон, да, Илья? Илья говорил о клубнике. У нас маленький магазин здорового питания. И мы продавали клубнику органическую, харьковскую. Его сейчас не присутствует. У нас есть харьковский фермер, который выращивает замечательную клубнику. Но вы не представляете, как по тем же ценам, которые Илья называл, как сложно было продать первую, вторую. Но когда уже сейчас приходят троичный, пятый раз, одни и те же семьи приходят и просят эту клубнику, несмотря на цену, вот это успех. Вот это успех. Но для того, чтобы его достичь, это надо делать. Опять-таки, как говорит Галина Сергеевна, дует. Это надо делать. И не ожидать сиюминутного результата. Я сейчас говорю, тот, кто хочет быстро на этом разбогатеть или еще что-то, это не та сфера. Это сфера мировоззрения. Это сфера миссии, когда ты не можешь делать иначе.